Говорить о том, что сказка «Наш город», может быть и банально, но на самом деле это так. И у меня такое ощущение и впечатление внутреннее, вот духовное, душевное, что в этом городе и не могут плохие люди жить. Вот они солнечные, вот они какие-то искристые, они задористые, они энергичные. И что меня очень радует, вот они теплые, вот такие же теплые, как наш город Сочи. В Сочи я живу 13 лет, приехала сюда случайно, но ни капельки не жалею, потому что сразу приехала, родила первого ребенка, второго, сейчас иду за третьим. Для детей это самый, мне кажется, замечательный климат, самое замечательное место, где можно жить, где можно дышать, где можно вообще развлекаться и отдыхать. Ну и все остальное, учеба тоже, конечно, имеет место быть, но природа и климат – это самое главное, мне кажется, для здоровья. Самое любимое место – это Олимпийский парк. Конечно, впечатляет эти сооружения, они настолько величественны и многообразны, что я рекомендую всем посетить, вы останетесь в восторге. Но также я рекомендую посетить сочинский роддом. Здесь вам тоже понравится, здесь прекрасный персонал, просто так душевно. Ну, к сожалению, на День города у меня вряд ли получится пойти, потому что у меня вот со дня на день я должна родить нашего первенца. Вот. Но я бы хотела бы пожелать всем жителям города Сочи самое главное – здоровья и всего самого наилучшего, чтобы наш город процветал. Настроение чудесное, да, я надеюсь, мы поздравим город пополнением, да. Очень надеюсь на это. Я родилась в этом городе, я люблю свой город, самый лучший город нашей страны и вообще всего мира, наверное.